Некоторые люди, возможно, и не ведают о понятии последнего времени – ахир-заман. Поэтому изначально вкратце разъясним значение этого понятия. Согласно исламу, последнее время означает время, близкое к концу света. При детальном рассмотрении аятов Корана и разъяснении хадисов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мы приходим к важному выводу. Аяты Корана и хадисы указывают на то, что последнее время имеет две стадии. Первая стадия – это время, когда мир окутывают материальные и духовные проблемы, после чего наступит вторая стадия, именуемая «золотым веком». Это время мирового господства, морали Корана, период изобилия, мира, любви и благоденствия. С окончанием периода «золотого века» в мире произойдет быстрый социальный упадок, и после этого периода ожидается наступление судного дня. Признаки последнего времени начали совершаться именно в нашу эпоху и в той последовательности, как они были описаны вплоть до самых мелких подробностей в аятах Корана и в хадисах нашего пророка. Появление этих знамений, предсказанных 14 веков тому назад, является великим событием, укрепляющим веру и приверженность праведных верующих к Аллаху. Появление стольких признаков за короткий промежуток времени, конечно, не может быть случайностью. Эти признаки несут искренне верующим рабам благую весть от Аллаха. Аллах гласит в одном аяте: «Ищу спасение у Аллаха от сатаны». Скажи: «Хвала Аллаху! Он покажет вам свои знамения, и вы узнаете их». Знания о последнем времени нам даны только лишь в той мере, которым наделил нас Аллах. Приняв во внимание этот важный момент, можем сказать, что истина известна только лишь Аллаху.